Спокой и гармония. Так можно отпочивать годинами. Хіба ж это отпочинок? Як можно лежать на пляже, коли сама природа зове нас? Полявать на дивосы. Запрашаю у вас здоровленшую вандровку по Гомельской области. Едем у старожитный город Туров. Минаем города Слуцк и Житковичи. Отлеглость от Менску 270 километров. Нам треба добраться до сядибы Кола Струменя. Меня вельми зацікавило, что господиня этой сядибы – лекарка, якая занимается нетрадиционной медициной. Коли вы желаете подлечиться, да чусь гармонию с природой, долучайтесь. Саша, нам треба худшей добраться. Ирина Александровна, добрый день. Ратуйте, коли ласка, ратуйте, коли ласка. Наш гукорежиссер Александр вельми дрэнна себе отшивая. Не ведом, что робить, працаваць же треба. Пойдем лячиться. Ой, дякую вам велике, выбачайте, коли ласка. Ирина мае адукацыю ў галіне суджок-терапіі. У перакладзе з карэйскай мовы су – гэта пясць, а джок – ступак. Зараз паглядзім, як гэткая терапія працуе. Есть участки рецептора кожи, которые отвечают за каждый внутренний орган. То есть на коже можно найти участок, который соответствует, скажем, где-то печени, где-то почкам, где-то желчному пузырю. И через воздействие на этот участок, это сегментарный, называется участок, мы оказываем влияние непосредственно на сам орган. Мукса? Мукса, это называется мукса. Мукса. Вот такие полынные палочки, они сделаны из полыни, ставятся специальные подставки, ставятся на больное место, вот так. Зажигаются, и обычно куда уходит дымок, туда уходит и болезнь. Профессор Пакова один прекрасный момент времени подумал, зачем же так Господь нас создал, и самые активные участки тела, наши кисти и стопы, мы ходим-то ежедневно, руками все время что-то делаем постоянно. Для чего это Господь создал? Все, что до линии жизни, вот тенор, правильное название этой части ладони, соотносится с грудной клеткой. Вся ладошка с брюшной полостью, соответственно, руки правая, левая, ноги правая, левая. Особливо могутным уздеянием у суджок-терапии володое насенье. Это не дивно, бо маленькое зерне утрымливаю себе энергию, необходимую для развития целой рослины. Под пластырем возникает парниковый эффект. Каждый час нужно нажимать на это зернышко, вызывая у себя болевой эффект, с тем, чтобы подавать сигнал туда. Поправляйся, пожалуйста. Вот, восстанавливайся, пожалуйста. И это зернышко работает в течение суток. А через сутки его нужно поменять. Теперь Ирина працует специальными стрижнями. Лекарка находит отповедную кропку и тисне на яе. Пошло, да. Так, ну все ж... А в пояснице тепло. Жар. Так жарковато стало. Вот. Дякую вам великий. Да, ну, слава Богу. Наш Александр здоровый. Счастливый. Можно и поработать. А мне Ирина вырешила зробить оздоровленшую процедуру. Ой, как хорошо, как приемно. Вот бачите, как можно отпочивать в Беларуси. С корыстью для здоровья. И у этих леках нема ничего дивного. Их дарит сама природа. Природа нам дарит зернышки различной формы, различного цвета. Используя эти зернышки на кисти и стопе, мы поправляем свое здоровье. За окном вельготно и холодно.
Але нам было вельми утульно под опеку их господыни лекарки. У сядзібе шмат цікавых рэчаў. А гарадскіх турыстаў адразу бачна. Толькі ў хату зайшлі, адразу на печ лезуць. Усё тут выраблена з прыродных матэрыялаў. Нездарма сядзібе далі назву «Коло струменю». А вось і яна, туроўская мова. Туроўская мова ўтварылася шляхам змяшэння дыялектаў 9 нацыянальнасцяў, якія раней жылі ў горадзе. Сёння толькі адна жанчына размаўляе па-туроўску. Хутка вы яе пабачыце. А вось і спадарыня Валянціна. Вам толькі падаецца, што гэта звычайная гаспадыня. Не ўсё так проста. Яна не толькі ведае ўсе легенды старажытнага Турава, але і ўмее размаўляць са святымі каменнымі крыжамі. Зараз мы разам з Валянцінаю паспрабуем атрымаць ад іх пасланне. Ну, всю середину твою читаюць. Мысли, все то, що у тебе в середині, все знает и это прочитает. Валянціна Міроновна, скажите, може зараз нам криш щось ти показує, щось ти розповідає? Зараз поглядіть отсюди. Левий верхній угол, от лицо, видите? А от здесь, смотрите, вот здесь. Наверное, еще только начинает проявляться какое-то изображение. Вот его лицо. То, что я бачу, я показываю людям, и он и бачит. Дело в том, что вот это вот я показывала, а проходил какой-то приезжий парень. Да говорит, а ты здесь просто как бы тесненная она получается. А я думал, рисованная. Я говорю, так рисовано не будет, просто вытеснено так вот, изображение вытесненное, и все. Калі вы пройдете по дорозе от першага крыжа, то хутка убажите и другие. Кажуть, у им еще больше цудодейной энергии. Валянціна упэўненая, что зусім хутка тут мае прорасти земли и третий камень. Яна отчувае адмысловую энергетику. Ну, вот так, водите руками. Что с собой тут мне подалось есть? А поглядите тут. Думаю, что тут будет расти третий крест. А чему вось вы так лишите? Потому что энергетика такая обусловая, теплая. Ну, потому что тепло идет, и один крест дает тепло, второй крест дает тепло, значит, и третий будет давать тепло. Калі не верыце ўсім гэтым дзівосам, прыязджайце сюды. Легендаў ды таямнічых месцаў у Турава хопіць на ўсіх. Тураў – сталіца птушак. Тут яны паўсюль. На малюнках, у гародах і на дарогах. Куліку Марадунку ў цэнтры Турава нават паставілі помнік. Дарэчы, гэтая птушка лічыцца сімвалам Палесся. З гэтага месца пачынаецца Тураўскае балонне. Я спадзяюся, што беларускія арнітолагі дапамогуць нам пазнаёміцца з тутэйшымі птушкамі. Пойдзем знаёміцца. Добры дзень, Яўген, гэта вы? Так, добры дзень, Кацярына. Вы якраз да часу, мы зараз ідзем на праверку, і магчыма в нашай ловушкі патрапіцца птушкі. Запрашаю вас на луг. Па
Паглядзець на птушак сюды, у палескую глыбінку, прыязджаюць турысты з усёй Еўропы. Нават назіраць праз бінокль у гэтых месцах вельмі захапляльна. Турыскі луг – гэта унікальнае месца. Яно адзінае ў Беларусі і, магчыма, адзінае ў Еўропі, дзе на міграцыі спыняецца вялікая колькасць батальёнаў. Адметнасць гэтай тэрыторыі ў тым, што гэта пойменная сістэма, яна вельмі залежыць ад дзейнасці чалавека. Калі мясцовыя жыхары выпасаюць тут хатнюю жывёлу, утвараецца вось такі унікальны біятоп. Мы павінны не толькі даследаваць птушак на дадзенай тэрыторыі, але і ахоўваць і захоўваць дадзеную тэрыторыю ў такім выглядзе, якая яна сфармавалася за сотні гадоў. У нас на лузе стаяць адмысловыя ложкі, якія стаяць на ўскрайку вады. І калі птушкі кормяцца, яны нявольна патрапляюць у гэтыя ловушкі. Просто збіраючы насекомых, ідуць і заходзіць, а ўжо абратна яны не могуць выйсці. І мы кожныя 2 гадзіны ходзім і правіраем гэтыя ловушкі і дастаем птуша. Гэта дакладна птушка, ідзем да гэтай ловушкі. Ура! Маленькая. Что это за птушечка такая? Ой. Звычайная шаротука. Привитание, птушечка. А як мы будем ее нести? Для транспортировки птушек есть адмысловые торбочки, в яких птушка не может себе ничего дрэннага зрабіць. И их вельми зручно переносить. Так. Зараз нам трэба доставить шаротуку на станцию кольцевания. Ды правесці маленькае даследаванне. Рабіць гэта трэба хутка, каб не паддаваць стрэсу нашую птушачку. Вось гэта звычайная шаротаўка. Самы бліжэйшы родзіч знакамітай вертлявай шаротаўкі, якая з'яўляецца нават сімвалам Беларусі. Яўгену трэба азначыць час і спосаб, якім ён злавіў птушку, а таксама яе від, узрост, вагу ды паглядзець, колькі на ёй тлушчу. У дадзенай птушкі жоўтага, то бок тлушча даволі такі мала, і гэтым, можна сказаць, што адзінка. Максімальна гэта 4. Калі вы ўсё весь жывот птушкі жоўты. Тады яна ўжо падрыхтавана да палёта ў зімоўку, хутчэй за ўсё, ў цэнтральную Афрыку. Так, мы зараз будзем выпускаць птушку. Так. Птушка атрымала кольцо, і ми будемо сподіватися, що десь гэта птушка буде зловлена зноўку, і до нас прийде інформація, куди полетіла наша ось гэтая птушка. Пакуй, птушечка! Турускае балонне – месца не просто важнае або дзіўнае. У Беларусі яно такое адно. Паляваць на гістарычныя цуды мы накіроўваемся ў горад Петрыкаў. Адлегласць ад Турава 90 кілометраў. Нас сустракае горад Петрыкаў. Тут шмат гістарычных месцаў. Але ўсе гэтыя забудовы вы можаце паглядзець самі. Трэба толькі прыехаць сюды. Я ж прапаноўваю сустрэцца са спадарыні, якая ведае таямнічыя мясціны, схаваныя ад звычайнага турыста. День. Катерина, поливание на девосы. Галина, приглашаю в наш музей. Пойдем. Дякуючи гэтай жанчыне у Петрыкаве з'явіўся свой краязнаўчы музей. Усе гэтыя экспанаты з азартам прынеслі тутэйшыя жыхары. Одним из уникальнейших экспонатов нашего музея является наш лодка Човен, которому более 100 лет. Таких лодок, в общем-то, практически уже не сохранилось. И эта лодка, когда-то изготовили ее из цельного дерева. Мы отправились
відправляємося вандрувати на історичні таємниці. Галина підрихтувала для нас цікавий маршрут. А сейчас я вас отведу в очень уникальное место, где находится 5 колонн. Это вот наше городское кладбище. Причем они разбросаны. Вот первая колонна. Галина, а кто побудовал такую колонну? Вы знаете, существует несколько версий. Первая, по которой, значит, она была возведена в 1795 году в честь Конституции Речи Посполитой. Это первая версия, одна из них. Якобы существует еще одна версия, что здесь даже похоронены люди, католики. И третья версия, якобы, что она воздвигнута в честь Рима, то есть подражание Риму. Потому что там это довольно-таки распространено. Но что интересно, что в Беларуси существует 60 таких колонн. И вот что интересно, что вот именно в Петрико и в кладбище их находится ровно 5. Сейчас мы видим здесь остальные 4 колонны. Так. Причем, как видите, прошли они и годы военных лихолетий, и еще сохранились. Конечно, в полуразрушенном состоянии, вот даже на одной из колонн сохранился крест. Причем они находятся в католической части кладбища. Поэтому, возможно, может быть, это и версия все-таки, что здесь захоронены католики. Может быть, это одна из все-таки более правдивых версий. Ну, придерживаются местные жители, придерживаются все-таки. Выезжаем с городских могилок на шашу Капаткевича Новоселки. Нам треба трапить на святое место – Каупак-гару. Краевиды тут вельми незвычайные, соправдная пуша. Есть на что поглядеть. Святая крыница, ведомая еще со старожитных часов. Коли верить мясцовым жыхарам, вода с этой крыницы лежить от усих воробов. Особливо это место любят молодые пары. После регистрации шлюбу або венчания у церкви, яны приходят сюда, как бы здоровыми да счастливыми. Дивосы! Иди сюда, водичка. Зараз поспробуем святую водичку. Смакота. Например, если какие-то проблемы у человека, он может подойти к этому кресту, испить сначала водицы, потом подойти к кресту и попросить у Бога. И в знак благодарности он должен обязательно повесить ручник. Именно на этот крест. И якобы говорит о том, что многие говорят из жителей, что действительно помогает. То есть помогает совершить какое-то чудо. Не спробуйте подняться автомобилем на самую гору. Потом не сможете выехать. Ну вот, наконец-то мы и поднялись на самую высокую точку Петриковского района. Разве это не чудо света, а? О, какая прохожесть. Свыше 140 метров над уровнем моря. Вот такие краевиды ждут вас в Петриковском районе. Соправдная природотерапия. На жаль, эта программа близкая до завершения. Але мы побачимся ровно про стыдень у нового выдания. Покуль! Але ж мы добро оздоровились, да подлечились.